Я глубоко убеждена, что Россия — это великое государство, как бы там ни было. Великое государство без царя в голове. Наверное, это самая наша большая проблема. Гоголь все сказал про нас когда-то, и это всегда будет так. А Россия всегда будет, как мне кажется, я хочу верить, той страной, которую нельзя будет игнорировать. Но насколько эта страна сможет все-таки избавиться от своих нескольких таких азиатских подходов, я не знаю. Пока это тревожное будущее для меня, у России, в том плане, что мы все равно остаемся немножечко такой хищной страной, немножечко такой варварской страной по всему. Вот от этого бы мне хотелось, чтобы наши дети, наши внуки этого не испытывали.